Здорово, чуваки, у меня было много челленджей. Выиграй без фарма крипов, без урона по противникам, только пушим, одним скиллом и даже без скиллов. Сегодня мы попытаемся выиграть без предметов, исключение только расходники. Танго, манго, хилки, все, что можно захавать. Рейтинга 2500, приятного просмотра. Выбрал для этого Фуриона, потому что, ну, можно сделать ТП куда-то на базу противникам, убить курьера, поставить хитрый вард, прийти там помочь союзнику. Поэтому мне очень сильно повезло то, что я смог пикнуть этого героя. Шансов на победу с этим челленджем очень мало. Рейтинг все-таки не такой уже и маленький. Так, с победу, ну, надо предсказать, я думаю. 6 подряд можно. Значит, чуваки, закупаемся. 5 танго себе купим, значит, 9. 3 кларити, 2 манго. Вот это продать, купить гранату, феррик. И еще феррик. О, какой файт намечается. Чуваки, вы знаете такой сайт, как Дока Лут? Порнхаб. Ты знаешь, что там новые осенние приключения? Рассказать тебе про него? Да всем похуй. Я могу тебе рассказать про новые осенние приключения моей жопы. Хуя противник. Ты знаешь, что на Dota Loot наконец-то добавили апгрейды? С их помощью можно легко прокачать свой инвентарь. Например, улучшить обычную морталочку хоть до реальной арканы. А если у вас совсем нет шмоток, тогда залетайте в новое осеннее приключение с обновленными заданиями и улучшенными наградами. Там вы будете получать случайные арканы за каждые 15 уровней, а за полное прохождение сокровищницу, из которой гарантированно заберете один из очень дорогих предметов, например, ДК-ху. Это я еще не говорил про кучу бесплатных трежерок и рун, доступных уже на первых левелах. Что делают руны? Они поднимают вас в топе игроков, откуда можно вывозить еще больше бесплатных предметов хоть каждый день. А после открытия у вас накопится куча маны, которую можно потратить на особую серию сокровищниц и порадовать себя хорошим дропом. А по моей ссылке в закрепленном комментарии ты сможешь забрать сразу 2 халявных предмета на странице приключения. Поторопись, пока имент не закончится, и убедись в этом сам. Ну и промик не забывайте. Я даже не знаю, что мне делать на линии. Вот так его харасить будем тупо. Вот первым скиллом его бросаешь, харасишь. Первый раз на Фурионе в этом патче, вообще не играю на этом герое. Увидим, как я себя покажу. У меня так-то тычка вначале сильная, мощная. У тебя есть стики? Стики купил, быстро. По чуть-чуть, нормально, зоним их. О, так, крипчика у него украду, ты же не против. Еще и динайчик. Оп. Оп. Если что, чуваки, зовите, приду, помогу. Завести. Ладно, в следующий раз получится. Я тебе не помогу, слушай. Я стараюсь здесь коцать ВК, вроде получается, но Абадон хилит, доносит себе ресурсы. Будете у меня с топориками всю игру ходить, мужики, поверьте. Уходи! На, танго, на, я тебя захилю сейчас. Если что, я могу наверх перейти, чуваки. Вот я вижу, что файт, можем убить, кстати, хотите? Вайпера добить спокойно, да. О, вот это, мужики, вот, вот, вот. О, бля. О, бля. Давай. О, бля. Лучше, лучше, дальше. Лучше, хорош, лучше. Хорош. Зев, стой, на. Такого на, кларите, вот. Все. Спасибо, брат. Не за что. Я знаю, что делать, я придумал. Чуваки, покупаем ботл. Магнус, Магнус, прости, я ушел, но надо было. Смотрите, я отхиливаюсь, да? Вот, я бухаю. Некрофос, иди сюда, Некрофос, Некрофос, переложи, пожалуйста, танго. Танго, переложи, Некрофос, 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 переложи, пожалуйста, танго. У меня для тебя подарок. Вниз, вниз, переложи его. Некрофос, не хочешь, да? На, я тебе дарю ботл, Некрофос не захотел. Пошел он нахуй. Закрой вайпера, пожалуйста, дорогой мой. Я постараюсь. Но они это, видишь, не подставляются. Я по руну, все, чуваки, я не драться, я по руну. Че там, Магнус терпит, да? А нехуй Магнуса тройку пикать, понял? Есть у меня план. Есть у меня план. Сука, как? Ладно, неважно. Тавер пушат. Руну здесь, конечно же, тоже никто не забрал. О, я успел! Есть хелп, чуваки, есть хелп на низ. Но это не прикол уже, это издевательство надо мной. Я лечу, я лечу. Пей, брат, водку. Спасибо, спасибо. Вот это хорошо. Она так умер. На, блядь, пидор. Лучше, лучше, лучше. Мне тут чуть-чуть внизу можно помочь. Ты уже можешь играть, да? Ты просто не отвечал мне. На, умер, на. Ну я не убью его, жаль, очень жаль. Ты раньше говори, я же был занят, я же не АФК стою. 4 варда, да. Никому не надо, ладно, я куплю. Манго, хилка, манго. О, что, будем его убивать? Я иду, мужики, я иду. Убить, 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 убить. Опа! ДДшечка, работает-то ДДшечка. Я себе. Я себе. Предупредительное. Не хотел, да? Убить, убить! Будет закрыть? Будет, будет! Соло, соло, соло. Можно как-то ТП вмить хотя бы разочек? Прошу вас, ребята. Секундка, ДТП. Ну ты раньше надо говорить, слушай. Извини, пожалуйста, все, прости. Так мы дрались. Так, Сефу, моя тема, ему не надо ботл. Магнусу мэйби купить. На, Магнус. Магнус, на, дарю. Зевс, на, дарю. А вот это там ульта, блядь, у него. А ничего страшного. Там еще к нам идут, слушай, давай, пока ты умер. Вот, о, вот это хорошо, молодцы, да. Соло, соло. Все, весь соплях, козявках, слезах, блядь. Ой, хорошо. Могу ли я брать нейтралки? С одной стороны, это же полноценный предмет, правда? Поэтому, наверное, не могу. Ладно, пацаны, сейчас у меня будет работенка без меня сейчас чуть-чуть поиграть, окей?
это что? Это я придумал что-то. Это вард. Бля! Выжить, выжить, выжить. Короче, я не буду пытаться убивать курьера, я слишком много трачу времени и ресурсов. Я иду помочь, 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 помочь ему, помочь. Соло, соло, соло. Чуваки, если кому-то надо ресурсы на карте, говорите мне, я прилечу, вам дам ресов. Хотя геймплей веселый, конечно. Чувак, я тебе отвечаю, это и правда интересно. Я лечу, Некрофос, ты опять молчишь, понимаешь? На, хилку. Уходи отсюда. Уходи отсюда. Я даже не знаю, что я могу купить. Ну, смока. Ну, танго уже не надо, хилки. Я могу это скупать, а толку? Я его скуплю, и толку. Да, ульт. Соло, все. Хорош, фура, лучше. Пожалуйста, живи, Магнус. Магнус, живи. Ботл-то юзай, ты что ты ботл не юзаешь? Здорово. Лучше, лучше. На, хилку, чуваки, всем хилки дам. Тебе кларити на. Тебе на кларити. Тебе вообще манго можно дать. Стой на месте, бля, Зевс. Вообще, я бы мог схитрить и сказать то, что Аганим Блиссинг, то есть сожранный Аганим и Аганим Шард, они как бы слотов не занимают, но по факту они будут занимать, ну это считается же за слоты, правда? Захавать это, но это будет как-то не совсем честно, правда? Чё думаете? Ебать ты, мужик, слушай, а ты второй скилл будешь жать на Некрине, а вообще? Гранату бросаю, на-на. Они лоу хпшные. Соло, давай дальше. Все, пизда, не уходи, 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 уходи. А я тебе говорил, уходи на Магнусе. Вот видишь? Не, можно купить шарт. Я считаю, что это не кринж. Можно исхитрить, по сути. Учитывая, что у меня нет ни одной шмотки, даже нейтральным, я думаю, это мне позволительно. Не покупайте апсы. Я сам буду их покупать. Не покупай, пожалуйста, продай, продай. Продай вард. Нет, один мне нужен. Значит, возвращай бутылку. Я не знаю, откуда у меня 9 уровень, чуваки. Ну, типа, я подобрал одну руну опыта и все. Я лечу, лечу, лечу. Соло, соло, сразу его захилим. На, кларити, иди сюда. Нормальный геймплей, чуваки. Ты, типа, вообще шмотки покупать не будешь до конца игры? Я могу купить кому-то муншарт, хотите? Ну ты умер пока. Магнус, не надо, ну это говно, мужики. Купите на сейфе муншарт, я могу начать собирать, не осталось половина. Давай. А вы мне за это репорт не кинете, то, что я делаю? Кинем, конечно, но муншарт покупай. Вы раньше времени, вот он купил, вы ему сказали, что кинем. Катки позитивные, но я не знаю, как мы будем это выигрывать. Ну, вся надежда на тебя. Полностью вся. Не, будь здоров. Ну, там файт происходит, я охочусь на курицу. Я иду, 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 иду. Он быстрый, блядь. Шо, мы не справимся. Ловлю, 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 ловлю. Чуваки, есть кто? Есть кто? Бегу, бегу, но мы не догоним. Соло, о, соло. Ничего себе. Я играю без предмета, у меня счет 4-2. Алло. Оп, хорошо. Я на базу, все, я не успею. Давай, я тебе сейчас муншатку принесу. Потом на. Ты доволен? Чего себе. Это приятнее, чем анальная... Некрофос умирает. Некрофос вообще нахуй на своей волне, я вот так за ним наблюдаю. Так, куда мне можно тыкнуть хитрый вард? Я нашел говно вот здесь. Будет кто плюс? Магнусян. Есть кто, есть кто, есть кто? Чуваки, все, я ухожу, пока. Я делаю просто энтов и буду сплитить. Буду сплитить, пушить лайны, выигрывать время команде, СФУ. А как я его убил? Мне надо как можно больше апсов ставить хитрых, каких-то придумывать, знаете. Мне персонаж на автоатаке идет фармить, а я пошел писать, сейчас приду. Есть кого-то номер телефона? Позвоните, скажите, что у него герой ФК стоит. Ну все, я жду крипчиков, я жду крипчиков. Ой-ой-ой! Помочь, помочь, помочь! Блять! Мужики! А у меня телепорта нет. Спасибо за игру, парни. Давайте, удачи следующей. Еще дефаем, чувак, еще дефаем. Надо... Тебе надо просто чуть-чуть пофармить еще. Лечу, 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 я сейчас отдефаю. О! Падло было. О! Нихуя себе! Там, блядь, сильвер нужен. Хорош. Так, сюда нажимаем ТП. А, это иллюзия, она мне смог не сбила, представляете? О, а что сейчас делать? Я просто потерялся по игре. Я не могу как-то сильно играть, если нету варда. Вот у меня задача сейчас ставить реально хорошие варды. Вот команда убивает Абадона. Хорошо, молодцы. Не-не, назад, назад, назад. Слушай, я знаю, есть один вариант, как можно выиграть. Я могу засплитить, мы собьем глиф, ты купишь рапиру, мы просто запушим трон. И будет разбен тронами. Вот так можно выиграть. Я могу сюда нажимать ТП и просто вот долбить. Но я просто время выигрываю команде тем, что отпушиваю стороны. Тебе надо продавать, нахуй, покупать рапиру и полетели с пушами и все. Ибо сейчас проиграем. Хочешь, так сделаем? Ну как же ему помочь? Я не могу ему помочь. РП одна секунда.
Что за драка? Ладно, чуваки, ГГ, сори. И, к сожалению, мы проиграли эту игру. Я, как дефолтный дотер, должен был найти крайнего. Например, Некра. Рассказать, что он очень плохо играл, собирал не те шмотки, вообще стоял АФК пол игры. И если бы он играл как СФ, то мы бы выиграли. Но это не отменяет того факта, что я сделал еще меньше, чем он. А больше вряд ли сделаешь с таким челленджем. Именно меня не хватило в этой игре. Обидно было проигрывать эту игру именно с этими людьми. И если я получил репорт, то точно заслуженно. Я понял, что этот челлендж точно не для 2500. Поэтому я решил повторить все то же самое, но уже на 1500 ММР. И для меня главное победа. Покупаем 3 Кларити и на все остальные деньги Фейрики. Смотри. Ах ты ж. Убьем. Достан. Опа. Прости. Чуваки, на Мирай не играл последний раз года 4 назад. Не люблю этого героя, максимально бессмыслен, бесполезен, но просто есть третий скилл. А стрелой можно нормально так фармить лес, потому что стрела ваншотит нейтрального крипа. Там Джаггернаут соло постоянно. Там нормально у них дуэль. Они, знаешь, как вот это, Дантес и Пушкин. Хелп, иди сюда. Смотри. О, попал. Все, лучше. Молодцы. Вот так, опа. И давайте сразу сюда ТП-шку. Можем убить. Не, чувак, даже не пытайся, пожалуйста. Это пиздец. Он меня просто затыкал, у него маны даже не было. О. Не. Я в доталово. Давайте купим ботл. По старой схеме будем работать. Стан. Ну где? Стан. Давай крест. Тебе крест надо. Давай, пока. А он изменил. Хелп. Алло. Он решил не давить, этот решил не помогать даже. Что происходит, алло? А ну я пойду на мид скажу. Я не знаю, он просто кнопки не бросал. Ладно, давай. Блин, вы ничего не видели. Русские идеи. Так, ну я здесь вот наблюдаю, ну можно убить, я лечу. Вот так, хорошо, попали. Хоть где-то. Тычечка, хорошо, добил на Свен. Я ему вообще могу ботл отдать. Забирай ботл, мне не надо. Хотя можно было руну забрать. Так, возвращай ботл, давай. Я думаю, Леону можно отдать, он заслужил. Правда, у него транкилы и третий скилл. Купим 3 пса, давайте купим гранату, давайте купим 2 танга, хилку, кларити, смока. Мне вообще, ну чё, я вообще человек-расходник. Давай вот это. Гранатка. Коцаем, просто рай-кликаем. О, как же он наваливает, давай дальше. Вот так сделаем красиво, боже! Пацаны, вы молодцы просто. На, я тебе дарю его. Мне? Да, ты заслужил, а тебе кларити на игре. На танго. Вообще ему можно хилку дать. Но у меня есть липы, я не боюсь, я их просто зоню. А, я же не умру? Но было бы обидно достаточно. Водитель по губам совершает серию убийств. Давай, есть. Стан, дай. Дай стан. Попал. Еле-еле на писечке. Соло. Огр, тебе купить ботл, слушай. Да не. Хорошо, куплю, и как скажешь. А какой сюда они опс уже ставят? Смотри, он опять ходит. Смотри. Там еще один опс, слушай. Ты уже 4 опса здесь бил, да? Давай медас, не покупай вангуар. Сразу медас сделай. Да тебе не надо его покупать, ты и так плотный, понял? На, дарю. Не, ну медас это тема, там чисто. Ты и так плотный, если тебя не убивать, вангуар не надо, понимаешь? А че ты ману не сосешь у мага? Соси хотя бы ману. О, можно пососать. Забыл, да, что так можно делать? Дал. Попал! Насколько здесь щелови играть, просто скажите. Ну, реально. Попал! Надо было вещдоктора давать, но там вроде крипы его закрывали. Но ты умер, F. Ладно, 14 минута, пойду за контролю руну. Я купил ботл Леону. Я купил ботл Агру. Базанов убивает Кунку уже. У Кунки 0.6, я не удивлен на самом деле. Нейтралка, лопата, если будет, заберу лопату, буду ресурсы себе копать. Да, вапса есть, можно купить 3 гранаты, еще феррик, смоук, кларити, танго, даст, не знаю зачем, пусть будет, и тпшечка. Чуваки, кому надо ботл, отдавайте сейчас мне, погодите, бля, сейчас все будет красиво, стойте. Огр, я здесь буду тп жать, а не сюда. Давай. Огр не смог, лох, ха-ха. Так, атапа, давайте сразу сюда дадим стрелу. ТП есть? ТП жми. Хорош. Игра идет своим чередом, никто никуда не спешит. Я просто хожу, страдаю реально хуй. И при этом всем я полезен. Какую-никакую, но даю стрелу. Блин, может надо было первый качать и как-то подходить к противнику и давать первый скилл? Может так было бы лучше, чем макшенная стрела? Мне кажется, макшенная стрела это такой какашка. Бля! Не, нихуяшеньки, это моя команда. Это я соло, молодцы, чуваки. Поставлю варды, потому что у меня... О, вот это красиво, бля.
Вот это вообще классно, бля. У меня 6 варта. Я сейчас просто сделаю такую красоту на карте, вы не представляете. ТП на низ будет? ТП не будет на низ. Зато будут классные варды. Вот скоро. Уже сейчас. А как он знал? Алло! Ботл купим, давайте. Нормально. Ладно, давай, пока, до свидания, еще увидимся, лох. А, он просто сюда решил реально центру поставить. И здесь раздевал, он везде мои варды снял, алло. Тогда буду ставить хитрые варды, хитрые это вот сюда, вот сюда. Дал стрелу, все, попал. Молодцы, чуваки. Мы его, знаете, как вот это. Тузик-грелку. Индейцы с копьями на мамонта, не индейцы, кто они там? Папуасы, ну ты понял. Наставь ты, сука. Слышу, индеец, сразу смеюсь. Ты думаешь, слово индеец смешнее, чем слово трактор? Давай убьем, убьем. Вот это хорошо. Вот это я, серия убийств. Да пиздец. Должны убить, огр у нас слишком сильный. Все-таки купил он вангуард. Огр, хочу тебе дать совет. Позволишь ли ты мне дать тебе совет? Нет, давай, говори. Ты через тычку идешь? Ты хочешь через тычку? Да, да, да. Мом ебаш. Думаю. А если серьезно, давай догон. Нравишься ты мне на агре. На, тебе маны дам. Я сейчас стекларити куплю, хочешь? Манго куплю, хилки куплю. И самое главное, команда не задает вопросов, где твои, сука, вещи. Хелп, хелп, хелп. Очень много урона. Давайте, до свидания, ложки. О-о-о, вот это сюда. Соло. Надо вардец. Вардец снесли. Ой, хорошо. Дальше, дальше. А давайте по его найдем, потому что я что-то не... Давай, давай. Я нашел, смотри, я нашел. Молодцы, чуваки. Я вот доволен вашей игрой, честно. Вот я не знаю, за что мне дал бог такого саппорта охеренного. Вот ты просто бомба, я не знаю. Тебе реально нравится мой геймплей, и ты даже подвоха не заметил никакого. Твой бьем. Не, подвох, конечно, я заметил, но... Я уже здесь не надо. Свою часть работы я выполнил. Сейчас я еще вардов куплю, все просто скуплю. Помочь, помочь, помочь. О, вот это вообще пиздец. Снимем варды. А как помочь? О, вот это хорошо, вот это вообще супер. Нет, это хуйня, мужики. На мне настоящий. Мы пошли без варда, вот в чем прикол. Вот видите, вы пошли без меня и сразу померли. Все файты, которые были со мной, выигрышные. Выводы делайте, мужички. А давай. Блять! А не-не-не, не пойду. Бля! Они просто четверо... Ну все, мы начинаем плести, начинается переворот от противника. Так, ловит двоих, хороший стан. Так, я дал кнопку. Ой-ой-ой, как хорошо. Соло, соло, соло. Сразу этому кларетку, этому кларетку. Это вас батла похилить. Чё мне шарт не дался? Я, наверное, буду покупать своему агру муншарт или Свену, еще не знаю. Надо помощь. Вот это хороший кел. Я снимаю вижу. Помочь? Молодцы, молодцы, молодцы. Куда уходишь? Попал, попал, попал. О, тычка, тычка, тычка. Ой, хорош. Тотальность прыжка не надо. Возьмем перезарядку стрелы. Хочется ее почаще давать. Пуш идет, будем? Да, будем, 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 будем. Ну, ну, давай, 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 давай. Все, говно, мужики, говно, параша, какашка. Каловая масса, ребята. Не трогай, да. О, спасибо. Вам пизда, чуваки, кстати. Файт без меня, опять же. Второй файт, и им уже кого-то... Ой, хорошо. На, на, с догона уебал, я видел. А вот это... 3700 на руках. Некрофиса, кстати, в файтах не видно, потому что он сплитит. Че, на базу пойду или дофармить муншарт Свену? Есть смысл? Или агру? Ну, угр вроде не так коцает, плюс он бэф не собирал. Свен, Свен. Ну, но опять АФК стоит, посмотрите. Свен, я тебе дарю муншарт. Все, на, все, наслаждайся жизнью, убивайся. Огр, ты следующий, кому достанется муншарт. В итоге, чуваки, 26, 35, 37 минута идет. Так, ну я должен помочь команде хотя бы инвизом. А, он умер. Ладно, надо идти на базу, что-то придумывать сейчас. Знаете, я вот эти варды, конечно, скупаю, но я не могу их поставить. Я не дохожу просто элементарно к тем местам. Убить, 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 чуваки, хорошо, хорошо. Попал. Вот это классно, вот это мне нравится. Ну, просто хожу, я делаю то, что я полезен, но я просто наматываю круги в файте. Давай, давай. Я хочу вард. Хорошо. Что, настоящий? Джиггернаут, джиггернаут. Тычка, 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 я его пробиваю. Учитывая, что у них было Егис, вы вообще молодцы. Опа, это собью. Кто умирает? Зачем умер? Не понял. И вот сюда опсик. Ты чё, мужик, пожалуйста, не надо.
Мужик, иди ты нахуй. Мне вообще плохо. Да, пиздуй отсюда. Хорош, блин. Слушай, тебе надо сейчас, короче, понял? Смотри, тебе надо будет продать вангуард, купить БКБ и блинк на ловкость. И просто с руки коцать. Умничка просто. Он просто берет и слушает. Мне просто приятно то, что он меня слушает. Огр, скоро я тебе подарю прикол. Помочь, помочь ему, помочь. Там бабочка у этого джиггернаута. Мом, драться, драться, у тебя нет выбора, драться, драться. Файт, файт, файт. Хилку забери, хилку уничтожь, огр. Огр, хилку, хилку. Все, файт говна против мочи, кто кого. Трудно, но тебе теперь МКБшка надо на агре. Там бабочка у джиггернаута. Соло, кстати, выиграл этой бабочкой, потому что он просто рейкликал в файте. Ну, у меня есть план на агре, я просто понимаю, какой у него потенциал. Он и так играет 16-3. Не знаю, там продать догон, да, купить Battle Fury. И он сможет драться против любого. И там какой-то сатаник, все, его не убить. Его никто не убьет. Перезарядка ульты, либо 45 урона. Конечно же, перезарядку ульты берем. Огар, дарю тебе, дарю. Все, теперь ты у нас тоже просвещенный со Свеном. БКБшка есть, МКБшка есть, все, просто бей джиггернаута в файте. Не, мне даст переложи, чувак, мне даст тебе надо. Там место Саши Яши нахуй тебе надо. Хожу без слотов здесь, командую, что делать команде, а сам ничего не делаю. Ну, я по сути играю их руками. Так, я нажал ульт, на всякий случай. Я иду в файт, я не знаю, что происходит, я даю какую-то стрелу, попадаю. Ебаш, 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 хорош, хорош, ебаш. Вот это классно. Вот это хорошо просто, молодцы, лучшие. А вот это хуёво, а вот это очень хуёво. Огр, где ты, огр, ты нам надо. Потеряли пуджа, где пудж? Бегу, бегу, бегу. Я думал, там проклят у него просто кнопка, он просто не выйдет стана. Нихуя себе. Уходим с тобой. Не знаю, зачем ульт нажал, но на всякий случай. О-о-о. Дальше, дальше, дальше. Молодцы, дальше, чуваки, next. Все, это мы должны заканчивать сейчас. Я попал стрелой, что ли, по-настоящему? Что происходит, бля? Лучше, лучше, лучше. А, еще один остался. Вард, вард хочу, вард вроде снял. Я не знаю, что происходит, чуваки. Но что-то происходит. Лучше, ребята, молодцы просто, лучше. А, мы еще не выиграли, кстати. Ну все, уходим, огр, уходим. Ну может сатаник сейчас собрать, понял? Посмотрите, он делает все, что я говорю, реально. Даю стрелу, даю, даю, даю. Попал. БКП, БКП. БКП не жмешь, бля. Пацаны, это что? Мы что, проиграем, что ли? Не верю. Не, я горжусь тобой, огр, честно. Знаешь, ты, я как будто сына вырастил, понял? Помочь, помочь, помочь. Ебать, он, конечно, умный. Убить, убить, не бойся, не бойся. Опа, попал стрелой. Давайте его отхилим быстренько. Ща, я хилю, хилю, хилю. Долбит, долбит, живет, живет, смотрите, живет. А, умер. ГГ, спасибо за игру. Лучшие, чуваки, лучшие. Я доволен всей своей командой. Всем дав лайки, все молодцы. Посмотрим на статистику. Это мы, кстати, да, фирменный закуп получается. Но не смотрите на статистику. Я был мозгами в этой команде. Я просто ими командовал. Я говорил, что делать, и они делали. В любом случае, чуваки, челлендж реализован. Вы, конечно же, это не повторяйте.